Несмотря на все коронавирусы, хоть у нас и в прошлом году было определенное падение в товарообороте, то в этом году за 5 месяцев мы в товарообороте удивительно проросли. Я когда взял статистику, просто удивился. Все страны в товарообороте рухнули, вы это знаете. А нам удалось все-таки добавить за эти 5 месяцев. Это хороший сигнал, значит, мы нужны друг другу. Я хочу вас заверить в том, что в этом направлении мы готовы действовать. И очень хорошо, что вы приехали в Беларусь и с нашим премьером, правительством новым познакомились. Я вас очень попрошу, будьте на контакте. Любой ваш звонок, если надо какая-то помощь, поддержка, если мы вместе что-то где-то можем сделать на третьих рынках, в нашем Евразийском союзе, мы всегда будем вместе, поскольку у нас и экономики похожие, да. У нас нет излишних углеводородов, у нас нет природного газа, который можно качать. Народы очень трудолюбивые, похожи друг на друга. Ну и поэтому и Бог велел нам вместе жить, сотрудничать в этом союзе на двусторонней основе. У нас нет никаких проблем в повестке дня военно-политической. Да и по экономике у нас нет больших проблем. Когда-то мы с нуля начинали, а сейчас мы уже переживаем за то, что у нас есть товарооборот под 100 миллионов, но он небольшой. Конечно, надо двигаться вперед, и мы в этом направлении можем и должны работать. Вы видите больше, что вам надо, подсказывайте, будем вместе действовать в интересах двух государств, в интересах двух народов.